Дмитриченко, защитник. С вашей стороны? Нет, не. Часть процесса. Есть? Я хотел бы, ну, наверное, нет. У следователя, прокурора есть отводы? Нет, не имеется. Не имеется. По рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения, поэтому... Следствие считает, что Дмитриченко, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, продолжит заниматься преступной деятельностью, может оказать давление на потерпевших и свидетелей. В плане того, что я ему заказывал облить кислотой Сергея Пина, это абсолютно неправда. Я этого не делал абсолютно. Вот. Да, я с ним общался на вопрос театра, рассказывал там про политику Большого театра, про коррупционные действия, которые происходят в Большом театре. Позицию, когда вот случилось, и вот это предложение поступило, то говорит, давай я его ударю там, и забью вот, по башке, да, ну то есть вот его слова. Ну, вот, я согласился на его предложение. После того, когда с Сергеем это случилось, единственное, что я признаю, то, что я ему, да, действительно звонил, потому что он спрашивал, ты мне, говорит, скажи, когда он будет ехать из театра. На совещание для принятия решения. I just don't touch me because you know. Да, я знаю, что у Пилина с Дмитриченко был конфликт по поводу профсоюза там или каких-то распределений грантов, он сейчас об этом сказал. Но он это все было открыто. Мы все это он не прятался никогда. Ого.